Сьогодні в програмі. Чим відрізняються тести для визначення вагітності? Яка користь денного сну? Чому у дитини незадовільна поведінка в школі та як поводитись у подібній ситуації? Поради спеціалістів. Якщо ви запідозрили цікавий стан, найшвидший спосіб підтвердити або спростувати здогадки – використати тест для визначення вагітності. Если беременность там есть, даже и внематочный тест будет положительным. Просто надо его правильно делать. Існує декілька видів таких тестів. Одні показують за 7 днів до ймовірної затримки, інші – з першого дня затримки. Різниця між ними полягає у різній кількості хоріонічного гонадотропінного гормону. Да, буває таке, що ілі дуже слаба полосочка, слабо виражена, її не беруть в розрахунок. А брати треба тест, все-таки тест – це дуже чутлива річ. Вона дуже допомагає, навіть якщо не з утра робити, вона показує дуже добре. Вот. И это зависит от насыщенности, если все-таки где-то есть беременность, насыщенности вот этим ХГЧ, хориогонином человека, организма. Если много, аще двойня, то большая будет жирная полоска. А если там очень-очень сильно маленький срок и еще неправильный выбран тест, то полосочка будет совсем-совсем бледная. Если хотите отримати найбільш точні результати, будьте уважними. У меня была пациентка, например, которая сделала тест утром, посмотрела, нету, бросила в записную книжку, захлопнула. Вечером открывает записную книжку, а там две полосочки. То есть не выдержала срок, чтобы посмотреть. Щоб дізнатися, який той чи інший тест, запитайте у фармацевта, бо ціна не показник. Мы ведь когда лечим женщин, в бесплодном браке и модулируем, скажем, цикл и стимулируем, чтобы вышла яйцеклеточка, мы же тоже очень сильно боимся, чтобы у нас на уровне маленьких клеточек это все не замерло, не дай бог. Вот, и тоже пользуемся тестами очень даже широко. Мы же не можем сдавать ХГЧ каждый день. Вот. Поэтому все же таки это подсказка. Неправда. Просто начало, визуальное начало беременности, что же оно не совпадает? Когда она началась на самом деле, человеческий глаз не может увидеть ее, как она там 2, 3, 4, 8 клеточек. Правильно? Мы видим, когда уже волдыречек делается человеческим глазом на УЗИ. Можно увидеть косвенные признаки, что тут, скорее всего, будет беременность. Есть такие на УЗИ косвенные признаки. Спати всю ніч, не прокидаючись, більшість дітей навчається до року. В 2 роки у дитини нарешті формується добовий режим, але стає важче вкласти дитину спати. Є вікові добові норми для сну дитини. Так, наприклад, в середньому на добу дитина з 2 до 4 років має спати 13 годин, з 4 до 6 – 11, а після 6 – 9,5. Вот если все это время не уходит на ночной сон, а вряд ли дети у нас спят 13 часов ночью, то какая-то часть этого сна остается на дневной сон. Если у ребенка родители в состоянии создать постоянные режимные условия с ранним подъемом, с очень активным выгулом до обеда, с вечерним вовремя укладыванием спать, то тогда днем ребенок 1,5-2 часа замечательно спит и чувствует в этом потребность. Сон – це фізіологічна потреба організму. І для того, щоб стан здоров'я не погіршувався, цю потребу потрібно задовільняти. Важливо створити сприятливі умови для поновлення життєвої енергії. Если вы успокоите его, почитаете какую-то ему там на полчаса книгу или расскажете какую-то историю без просмотра мультфильмов, без активной игры уже в период укладывания, то около часа-полтора обычно ребенок спит.
По нашему опыту, дети в саду до старшей группы спят практически 99%, потому что соблюдаются все эти условия. Ранний приход в сад требует от них раннего подъема, занятия и выгул, который у них происходит, утомляет их. И после обеда все вместе они обычно укладываются. Возникает проблема у детей ясельного возраста, которые переживают адаптационные сложности, им трудно уснуть, потому что для них сон – это еще сигнал ночного сна. Им кажется, что ребенок остается здесь жить. Для них кроватка – это символ семейный, каких-то рамок и семейного местонахождения. Поэтому иногда у детей в этом возрасте возникают страхи дневного сна. Но с этими вещами нужно работать индивидуально, либо с родителями, либо с психологами, либо с воспитателями. Не забувайте, якщо ваша дитина не буде дотримуватись режиму дня, це може призвести до певних труднощів вже під час відвідування дитячого садочку. Его будут укладывать, его будут уговаривать, в зависимости от того, какие воспитатели вам, как вам повезет с воспитателями. Но для того, чтобы создавать, облегчить ему эту тяжелую иногда повинность для него, наличие дома обязательного дневного сна и наличие дома режима будет позволять ему к этому привыкать спокойнее, либо не сопротивляться с душевными какими-то переживаниями. А кроме того, мы ведь тоже существа ритуальные. Если мы привыкли днем спать, то организм уже будет потихонечку нас и подталкивать. Пора уже, я уже спать вроде хочу. Деякі батьки вважають, що якщо дитина не спить вдень, то вона більше втомиться і швидше засне ввечері, а нічний сон буде міцнішим і спокійнішим. Досвід і практика свідчить, що все відбувається навпаки. Многие мамы замечали, что ребенок к обеду становится более капризный, более требовательный. И после сна, до вечернего уже потом сна, дожить с ним легче, потому что ребенок спокойнее, немножко он отдохнул. И, естественно, нервная система наша перенапрягается в течение дня, ей отдых необходим обязательно. И в этом смысл дневного сна, его физиологическая потребность в том числе. Часто батьки скаржаться на те, що вдома дитина поводиться добре, а в школі – справжній розбишака. І через це виникають труднощі. Однозначного відповіді – ні. Але ми повинні розуміти кілька факторів, які впливають на поведення дитини. Це сімейні моменти, це відносини між дітьми в колективі, це лідерські качества. Із сімейних негараздів на поведінку дитини можуть впливати декілька факторів. Здесь можна включити привлечення к себе внимания. То есть в сім'ї ребенок получает достаточного внимания, а в школе таким образом, даже негативним образом, своїм поведінням, да, привлекає внимание взрослых. Негативно впливають часті конфлікти в сім'ї. Ребенок переживает развод родителей и так далее. То есть все эти моменты могут повлиять на, скажем, агрессивное поведение ребенка в коллективе. Личностные факторы – это лидерские качества, которые ребенок хочет проявить в коллективе. Поставьте себе на место дитины. Он себя чувствует негативно, угнетенно, скажем так, раздражительно, да, и все вот эти эмоции, негативные эмоции, он может переносить на отношения с одноклассниками, на отношения с учителями, на отношения вообще к учебе, да, и к школе. Багато оточуючих дітей на підсвідомому рівні зближується з таким неформальним лідером. Еще один из моментов плохого поведения в коллективе и проявления агрессии – это личностный конфликт у ребенка, да, личностный протест против школы. Здесь играет роль отношения с учителями, возможно, отношения с детьми в коллективе. То есть ребенок таким образом отстраняется от школы, отстраняется от жизни школьной и так далее, показывая протест проти всієї системи. В цьому випадку батьки повинні відчути зміни в поведінці та вияснити причини, чому дитина так поводиться.
И только чувственный родитель может понять, что происходит на самом деле, и решить эту проблему, не оставляя ее на потом. Обязательно, потому что поведение, как правило, негативное поведение, оно чаще всего закрепляется, и ребенку очень тяжело будет, скажем так, налаживать отношения в класному коллективе и жить в школе. Що робити, якщо самостійно важко вияснити причину прояву агресії? В любом случае, да, в школе есть школьный психолог, есть учителя, которые говорят о плохом поведении ребенка, есть педагоги, которые могут сориентировать родителя. Здесь самое главное не бросать эту проблему на полпути или вообще не обращать на нее внимания. Здесь самое главное решить ее. И решить вместе с ребенком, почему ему некомфортно в школе, что происходит с ним. И согласитесь, агрессивное поведение не всегда, скажем так, считается нормой, да, в нашем социальном окружении. Погодьтесь, дети дуже велику кількість часу проводять в школі. Не отстраняйтесь от проблем ребенка, если чувствуете, что ему нужна ваша помощь, ваша поддержка, обязательно беседуйте, решайте проблемы, желательно вместе.